идем уже в магазин за игрушечками, за кормом. Маркус, иди сюда. Марс, зачем цветы ешь? Мы тут уединились. Правда, собаки меня просят шаурму. Даю им немножко прям лавашек, чтобы успокоились. Мяу-мяу, да. Да что ты? Вкусное? Ёсочка. Расчесываю Марконю, смотрите, у меня какие волосики отросли. Я же ему отстригала хвостик. У нас раньше была длинная коса, вот до сюда, где-то на полспинки. Я отрезала, очень пожалела. Нравится мне больше с хвостиком. Хвостик у нас отрос. Вот. Ну, это половину сзади я еще оставила, потому что я двойной делаю. У него очень хороший волос, мне нравится. Прям такой густой и блондинистый. Прям вообще-вообще очень нравится. Будем отращивать дальше. Юська тут бегает. Сейчас будем делать бантик и снимем вам видео. Юсь, ты что там делаешь? Шурстку мы сейчас тоже отращиваем. Он такая серебристая, мне так нравится. Когда его стрижешь, он черным где-то 2 месяца ходит. Потом начинает менять окраску, как зайчик. В общем, он такой вот светленький, а здесь серебристый. Прям нравится. Прям самый модный цвет сейчас. Я имею в виду, чтобы краситься девушкам, я в себе такой хотела, прям вообще очень нравится, поэтому стричь я его не буду, будем растить. Потом у нас рядочек будет, будем ухаживать за шерсткой, да, Маркус? Будем красивым. Ну, мне, конечно, всегда красивый. Хочется, чтобы он был волосатеньким и серебристым. Можете понаблюдать, как я Маркусу стригу лапы, ему совершенно все равно. Он лежит себе, спит, даже глаза закрыты. Приучен он у меня уже так давно. И уже сам как бы знает, что надо спать ложиться. Пузико ему сейчас подстригла. Сейчас передние лапки будем подстригать и ушки. Что вообще молодец. Да, Маркус, ты меня молодец. Зарастает он очень быстро, поэтому шерсть мы быстро отращиваем. Улыбается себе, лежит. Потихонечку так стрижемся. Вот Юська бы у меня так лежала. Чудо-пес просто. Ну, вот мои собаки, каждая по-своему хороша. Например, Юся без поводка гуляет. У нее как бы контакт у меня с ней классный. А в плане стрижек она побаивается. Конечно, я ей могу полностью постричь, но именно вот животик, лапки, когти постричь, она не так хорошо дается, как Маркус. Он даже и зубы ему хорошо чистит. Вот он так лежать будет и улыбаться. Он знает, что ему это надо. Вот, что все равно его постригут. И как бы он как бы не сразу так лежал, лапы вообще раньше не давался в детстве. И это вот все приучилось за 4 года. Где твои глаза-то? Вот такой вот песик у меня получился. Красивый. Сейчас еще бантик оденем и готовы к видео. Будем снимать вам о похудении собак. Наверное, оно первее выйдет, чем этот влог. Может быть, наоборот. Не знаю. В общем, к видео подготовились. Да, Маркус? Какой красивый. Улегся, как леночек. Еще лапки подровнять нам надо будет, но потом другими ножницами. Все, надоело, да? Надоело тебе?
Взяла сегодня корм, вот какой-то Zooring, супер премиум класс. Первый раз вижу, вообще решила взять. Я просто зашла в зоомагазин, чтобы взять какой-нибудь корм, там полкило, на те случаи, когда у меня бывает там что-то не разморозилось, или вообще такие случаи, когда нет мяса, либо с собой взять. Вот. Вообще не знаю, будут ли они есть, это линейка для привередливых, с индей. Состав меня, в принципе, устроил здесь. Это типа как эко-корм считается. Формула красоты для шерсти и кожи, много всего тут написано. Высококачественные протеины животного происхождения. Вот, сказали, что недавно их завезли. В принципе, отзывы я почитала, нормальные. Есть еще для активных собак, для больших пород. Но так как мы не очень активные собаки, ну как, я с ними не так часто гуляю, и мы не занимаемся там agility, то я взяла вот такой для привередливых. И с индейкой просто был для активных собак. Я взяла вот такой, не знаю, будут ли они кушать. Сейчас попробую несколько штучек дать. Скорее всего, будут, так как это новый корм. Но корм они не ели очень давно. Но я еще раз повторюсь, это на случай. Это почти 300 рублей за 700 грамм. Ну, в принципе, обычная цена для таких кормов. Все корма, в принципе, сейчас одинаково стоят. Вот такие вот тут гранулы, какие-то треугольнички, то ли сердечки, непонятно. Сейчас дам собачку. Видимо, соскучились по корму, и корм едят, но это не факт. Если бы я их полностью на корм переводила, в основном они потом не хотят его есть. Конечно, это можно приучить, просто я больше за натуралку. Все, Юсь уже смолола, соскучились по корму. Мы уже более полугода на натуралке. Маркус хрустит. Вкусно, Юсь? Понравилось? Понравилось? Юсечка. Ну что ты, что? Маркус ждешь? Гулять пойдем? Собачка. Сын, где Маркус? Где Маркус? Где Маркус? Потеряла? Цепа сломалась. Маркус тоже. Где можно? Можно? Где? Можно? Где можно? Стой, стой, стой. Я прыгнула. Хе-хе-хе.